помощью света. Но доподлинно известно, что великий Пикассо баловался этим еще в начале 60-х. И баловался настолько удачно, что это баловство вошло в знаменитый документальный фильм «Клузо. Магия Пикассо». Впрочем, и Пикассо, и Клузо – это давняя история в статусе неприкосновенной классики, и поэтому к современному искусству не имеет ни малейшего отношения. Наше же дело – проследить путь развития светоизображений сегодняшних дней, чтобы понять, чем руководствуются творцы, вступая на этот тернистый путь. Свет прекрасен сам по себе, уже тем, что напрочь отрицает тьму. Свет есть чистое видение, и поэтому художники издревле молились на него, пытались приручить, поставить себе на службу. Правда, удалось им это лишь совсем недавно, в связи с тем высочайшим уровнем, которого в наши дни достигло развитие технологий. И вот вам первый ключ к пониманию светописи – технологичность. Сложно говорить о современном искусстве вне дискурса о технологиях и с определенной точки зрения. Ведь чем более искусство технологично и технократично, тем более оно актуально. А актуальность искусства, его вписанность в контекст повседневности – тема крайне животрепещущая и болезненная. Ведь за пределами актуальности все начинает мумифицироваться и бальзамироваться, превращаясь в мавзолейный храм. Или разлагаться до полного исчезновения и забвения. Динамика и технологии позволяют искусству выйти из мрака забвения на светлую полосу и, постоянно балансируя, удерживаться на краю пропасти. Ars longa vita brevis. Жизнь коротка, искусство вечно. Так ли это? Похоже, что уже нет. Неведомо было древним латинянам актуальное искусство. Теперь скорее уж жизнь, понимаемая как череда рождений, перерождений, омаж буддизму, вечно, хотя... Опять-таки для буддиста и негативно вечно. А вот искусство не только смертно, но еще и внезапно смертно. Искусство классическое, застывающее красками на холсте, льдом бронзовых кружев на мраморной резьбе. Искусство же новое, кинетическое и технологическое, живо пока. Кинематограф, например, жив. Да, он вернулся в нишу дешевого балагана, из которого, собственно, когда-то вышел, но он жив. И от кинематографа осталось завораживающее мелькание света и тени, вечно возникающее и вечно повторяющееся. И этот принцип динамической зацикленности, в чем-то сходный с музыкой протоминималистов Кейджа и Штокхаузена и минималистов Гласса и Наймана, лежит в основе как всего могучего видеоарта, так и его частного проявления – светописи. Так что не нужно мучиться мыслью, а что же хотел сказать художник, какие идеи и чувства он выражал. Не нужно, потому хотя бы, что в парадигме нового искусства любые вопросы бессмысленны. Новое искусство – это сполохи света пятен салюта или игра теней, моментально и попеременчиво разгорающихся и затухающих. Это как, извините, устойчивая морская волна. Не к разуму это искусство апеллирует, а к восприятию и к чувствованию. Выключите мысли, включите ролик, созданный мастером, и отдайтесь на волю чувств. Не бойтесь ассоциаций, пускай даже самых абсурдных. Ведь именно через ассоциативность, действующую в пространстве ничем не ограниченных свобод, рождается истинное искусство, которое есть в снятом виде истина самого бытия. Вкушайте современное искусство, обретайте благодаря ему свет внутри себя, нематериальный аналог того света, коим создано это искусство, для вас, для себя, для всех, себе и для себя сущее, как мировой дух. Пересматривайте ролик, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будем погружаться. На этом официальная часть закончена. Через считанные секунды вы сможете от души насладиться удивительнейшим арт-объектом, выставленным в музее Каре д'Арт во французском городе Ним, подвигнувшим меня на создание этого душераздирающего видео-эссе. Вот он такой, чрезвычайно великолепный в своей видео-ипостаси. Встречайте! И перед тем, как пожелать вам приятного и вдумчивого просмотра, позвольте сердечно вас поблагодарить за то, что вы здесь, за интерес к проекту и интерес к данному уникальному произведению искусства. Ведь если вы меня слышите, значит, досмотрели таки ролик до этой наступной секунды, в которой царит искусство. Актуальное искусство. На то оно, собственно, и актуальное, чтобы привлечь наше внимание к актуальной составляющей бытия. Ведь что для нас актуально? Телевизор? Да. Свет? Однозначно да. Еще со времен кремлевского мечтателя. Красота? Вне всяких сомнений. Праздник? Безусловно. Деньги? Деньги. Боже мой, сколько денег тратим мы ежедневно на одно только освещение. Сколько природных ресурсов расходуем. Сколько ущерба тем самым наносим матушке планете. И ведь не думаем об этом. А художник, он думает. Думает за нас всех. И нам того же желает. Сказать-то он, конечно, ничего не хотел. А вот показать, это уже совсем другое дело. Я же, со своей стороны, предлагаю деньги копить. На путешествия, впечатления, эмоции.
Кто согласен с этой мыслью, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Засим с наилучшими пожеланиями. Откланиваюсь, оставаясь при этом искренне вашим. Yeah.